Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, и в этом видеоролике мы сделаем классную самоделку. А чтобы было еще интереснее ее просматривать, то в процессе видео озвучу условия, которые помогут вам выиграть вот такой наборчик от Ryobi. Тут сверла, металл, дерево, бетон, куча насадок и оснастки. Поэтому вам желаю приятного просмотра, участвуйте и побеждайте. Ну и также смотрите видеоролик, оценивайте. И я вас призываю делать тоже почаще похожие вещи. Погнали! Так, друзья, этапов работы тут много. И первым делом работаю с профильной трубой 40 на 60 с толщиной стенки 2 мм. Задача сделать пару длинных стоек. Далее идут две заготовки длиной по 1 метру, а еще потом нарубим 4 обрезка по 16 сантиметров. Первые заготовки готовы. Проверяю все по списку. С виду выглядит как небольшой экран. Но сегодня мы сделаем реально полезную штуку, которая будет только радовать. Так что работаем дальше. И в ход идет труба с внутренним диаметром на 32 мм и толщиной стенки 2 мм. Надо нарубить 14 штук длиной по 71 сантиму. Работаем. Когда все заготовки готовы, убираем ржавчину. Так будет намного лучше. Теперь беру две направляющих и делаю разметку. Тут главное не спешить, нужна точность и прямо по центру. Сейчас предстоит много-много отверстий. Засверливать будем сначала маленьким сверлом, а потом на сверлильном станке коронкой по металлу.
Теперь выкладываю прямо на полу все элементы. Отверстия все подходят. Выравниваю углы в 90 градусов и закрепляю с помощью брусков, чтобы конструкция была монолитна и держалась на своем месте. Нужно засверлить сквозные отверстия под болт М6. Сверло у меня чуть-чуть побольше, 6,5 мм, чтобы спокойно проходил болт и фиксировал трубу. Также размечаю метровые заготовки, нахожу центр, керню отверстия и засверливаю. Уложив на верстак две собранных заготовки, выравниваю угол, который должен быть 90 градусов, скрепляю струбцинами и включаем сварку. Чтобы конструкция была более жесткой, делаю два укоса из профильной трубы 40 на 40 и также прихватываю сваркой. Следующим этапом добавляю 4 обрезка по 16 сантимов и провариваю швы. Теперь осталось добавить пару пластин. Толщина металла 6 мм. Из них сделаем уши и в них же также просверлим отверстие на 12 мм. Для будущей фиксации. Убрав заусенцы, раскладываю заготовки на свои места и тщательно провариваю. Ну и когда детали все были собраны, покрасил с краскопульта в два слоя добротной краской по металлу 3 в одном. Добавил пару заглушек для финиша, стянул все гайки с болтами. Гайки у меня с резиновой вставкой, чтобы не раскручивались от вибраций. И можно теперь уже ввести готовое изделие на свое место. По видеоролику, я думаю, стало понятно, что у нас получилась шведская стенка, которую я сделал в детский центр для детишек. Закрепляли мы ее на бетонную стену на сотые анкера толщиной в 12 мм. Надеюсь, такая стенка будет радовать наше подрастающее поколение. Ребятишки будут еще активнее заниматься и радовать стариков своими достижениями. Ну и также в этом ролике я хочу разыграть небольшой наборчик оснастки, ведь
Он тоже, возможно, кому-то поможет. Условия будут простые. Вы должны быть подписаны на мой канал. Ну и также, друзья, не забывайте жать колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Обязательно поставьте лайк. И третье условие – напишите комментарий, в котором первое предложение будет ваше мнение по данной самоделке. Плюсы, минусы или что бы вы добавили или сделали по-другому. А второе предложение будет связано с добротой. Напишите пару слов, свой добрый поступок. Ведь, возможно, кто-то, читая комментарии, вдохновится и станет чуточку добрее. Для примера могу сказать так. Я вот вчера буквально подтолкнул машину, застрявшую в сугробе. Даже такое простое действие заставляет людей улыбаться. Так что, спасибо за просмотр. Результаты конкурса будут уже через неделю. Доставка за мой счет. Я вам желаю только удачи. Участвуйте, побеждайте. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.